для Дины. Марьяна Васильева, главный тренер сборной Азербайджана. И сейчас мы с вами увидим выступление последней участницы в этом финале. Николь Зеликман. Все-таки не только выполняли сложные технические элементы с предметом или и по телу, но также и умели создать на площадке образ, умели вплести эти элементы в такую ткань упражнения, чтобы это стало маленьким спектаклем. И вот мне кажется, именно это, чистота и красота вместе с потрясающей сложностью отличает выступления наших гимнасток, в частности Дины и Арины, то, что они продемонстрировали в своих композициях с булавами. Да, вероятно, оценки 22,5 у Дины и 22,3 у Арины вряд ли досягаемы. Скорее всего, сейчас речь идет о судьбе третьего места. Напомню, что третью позицию сейчас занимает Влада Никольченко из Украины с оценкой 21,4. Так, репетиции чемпионата Европы, но похоже, что и у организаторов.